Маргарита Эльтарова. Кикимора болотная. Автор Анна Петряшева. А вы знаете кто? А вы знаете где? Где в болоте растут камыши? Есть особо одна, и по жизни она никуда никогда не спешит. Бесконечно сумасбродная и немного беззаботная, и до сказочек голодная в тишине лесной глуши. Кикимора болотная живет в лесу одном. Она зимой холодною при кофе с молоком и греет теплой шубки, рассказывает шутки. Но так бывает жутко и страшно в болоте дом. Ходят слухи, что ей напугать их людей очень хочется, просто беда. Вам сказать я хочу и совсем не шучу, это выдумка и ерунда. Любит красочные бантики и бросает всюду фантики, и пойдет же на романтике свои зрелые года. Кикимора болотная живет в лесу одном. Она зимой холодною и кофе с молоком, и где есть теплый шум, так бывает жутко и страшно в болоте дом. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-дау. Ба-да-ба-да-ба-да-ба-ба-ба-дау. Ба-ба-да-ба-да-дау. Ба-ба-да-ба-да-дау. Ва-па-па-па-пау. Кикимора болотная живет в лесу одном. Она зимой холодною и кофе с молоком, и греет теплой шубки, рассказывает шутки. Но так бывает жутко и страшно в болоте. Страшно в болоте дом.